Ижевске девушка насмерть сбила пешехода. Водитель почему-то не обратил внимания ни на сигнал светофора, ни на то, что соседи по потоку остановились перед переходом. Легковушка продолжила движение, не сбавляя скорость. Именно в этот момент на зебре и появился человек. Пострадавшая, которая сначала хотела побыстрее перебежать дорогу, в последний момент попыталась остановиться, но сделала только хуже. Поскользнулась и упала прямо под колеса иномарки. От сильного удара ее отбросило на несколько метров вперед. От полученных травм она скончалась на месте.